В Ледовом дворце «Мариэл» продолжаются гастроли большого московского цирка на воде. Однако в среду артисты сами приехали к своим зрителям, причем совершенно бесплатно. На необычном представлении побывала и наша съемочная группа. Подобными выступлениями этих ребят балуют нечасто. Все воспитанники социального приюта для детей. Теплый дом, а это 35 девчонок и мальчишек, за представлением следили, без преувеличения, открыв рты. Шоу мыльных пузырей, акробатические этюды и веселые репризы клоунов. Большому московскому цирку на воде даже без воды есть чем удивить зрителей. Наша компания очень часто проводит благотворительные номера. Дети – это очень благодарные зрители, которые с большим одушевлением смотрят все выступления наших артистов. И хотя мы являемся цирком на воде, в нашей шоу-программе присутствуют те номера, которые показываются на сцене. Без приятных сюрпризов не обошлось. Каждому ребенку артисты подарили небольшой подарок. Мне понравилось, что когда женщина крутила обручи, и когда делала тут одна женщина в черном гимнастику. Мне понравилось, как они друг друга обливали водой. Гастроли большого московского цирка на воде «Аквашоу» продлятся еще 4 дня. Здесь в одном шоу практически все цирковые жанры. На сцене знакомые с детства цирковые артисты. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры и, конечно, клоуны. В воде прекрасные русалки, группа синхронного плавания и шоу-балет «Аква». Всего в труппе около 40 артистов, а в шоу задействовано более 900 костюмов. Билеты на представление цирка на воде можно приобрести в Ледовом дворце «Мариэл». Стоимость от 300 до 900 рублей. Ребята до 5 лет смогут посмотреть представление бесплатно. 5 апреля состоится последнее выступление цирка на воде. Не пропустите!